Елки-лавочки. Деда, мама уже блины допекает. Пора костер зажигать. Погоди, Александр. Мы ж с тобой еще лавочки не сделали. Место не подготовили. Давай-ка так. Я за чурочками съезжу, а ты вон те досочки сюда неси. Хорошо, деда, все нести? Думаю, 4 штуки нам хватит. Хорошо. Вот так. 4 на 6 – это 24. Ух, за раз, пожалуй, и не отвезу. Тяжеловато. А что ты считаешь, деда? Да вот лавочек-то у нас будет 4, так? Так. Значит, на ножки им надобно 6 раз больше чурочек. Каждый по 6. Зачем так много, деда? Ножек-то 8 будет. Поставим их вертикально, прикопаем чуть и досочки саморезами притянем. 8-то 8. Но каждая из 3 чурочек, а не из одной. Иначе, Саш, неустойчиво получится. Вот смотри. Если так сложить их горкой, то и скреплять не придется. А сверху просто досочку положим. Вот. И лавочка готова. Ух ты! И правда устойчивая, и красивая, как в сказке. Вот. А ты говоришь, саморезами. Ну, теперь и огонь можно разводить. Давай-ка из поленницы дровишек сюда и бересты. Не-не, веток не надо. Они сырые. Смотри. Да и не для этого костра валежник-то. Сюда внук что попало совать не след. Только самое лучшее. То, что богам предложить захочешь. Не простой этот костер, а жертвенный. Как это жертвенный, деда? Мы что, кого-то резать на нем будем? Эх, Санька, все не тому вас в школах учат. Жертва, внук, это подарок, подношение. Представь, что ты можешь чем-то угостить своего далекого-далекого предка, дедушку или бабушку, через этот костер. Огонь все примет и передаст, кому надо. А для этого огонь-то живой должен быть. Его не спичками и не зажигалками разводить надобно. А как же тогда, деда? А вот так. Можно трением, а можно лупой, увеличительным стеклом. Колодец из дров сложили, вот. А теперь в него сухой травы пучок положим и бересту. Готово. Солнышко сегодня какое яркое. Загляденье. Вот это да. Смотри, Сашок. Дымится, деда. То ли еще будет. Горит, ура! Точно говоришь, ура. У света белого от ярилы солнца идущего. А через него подарки жертвы наши как раз дедушкам и бабушкам примехонько дойдут. Деда, а можно я что-нибудь тоже им подарю? Нужно. Вот соли возьми. Кинь в огонь. А зачем им соль-то, деда? Ух ты! Как трещит! Здорово! Ну, ты не пожалел. Сыпанул от души. Дедушкам теперь надолго хватит. Тут ведь, Санюш, не количество важно, а качество. Соль-то и солнышко наше родня. У них и слог первый одинаковый. Соль земли, соль знаний. Слышал такие выражения? Вроде слышал. Вот. А еще говорят, что знания, сведения по крупицам собирают. И соль тоже в крупицах всегда. Вот такие дела, Александр. Так это значит, что вместе с солью от меня дедушкам послание ушло? Вот тот и оно, внучок. То-то и оно. Печки. Слушайте на радио «Гамаюн». Печки-лавочки.